Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Отличник Лайф, и сейчас вы увидите новую серию моего летсплея на сервере GTA 5 RP.com Strawberry. Не забывайте, если вы играете в GTA 5 и хотите начать играть онлайн, скачивайте лаунчер HMP или проходите просто по ссылке в описании. Но не забывайте, вводите мой промокод на сервер. Как его ввести, я покажу в этом видео, просто его не выключайте. Дорогие друзья, я всем желаю приятного просмотра и приятного времяпрепровождения. Всем добра, счастья и удачи! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы попали на канал Отличник Лайф, и сегодня мы продолжаем записывать тот самый летсплей, который вы и хотели, на сервере gta5rp.com, сервер Strawberry. Не забывайте, что вы можете ввести мой промокод, нажав на F10, затем зайти в настройки, нажать на аккаунт и ввести вот эти три заветные буквы. Но не те, о которых вы могли подумать, а три буквы моего имени, то есть Лев. Просто L-E-F. Вы получаете 12 500 и x2 опыт ежечасно. Также некоторое пособие, которое вы можете получить все за счет промокода. Не забывайте вводить, и как вы уже видите, ребят, я поработал, я приоделся. Вы видите, на моем счету 1 658 000. Я продал все свои автомобили, у меня их было бесчетное количество. И сейчас я планирую приобрести один нормальный автомобиль. Пока не знаю, скорее всего, я буду брать сегодня Камри 3,5. И хочу также найти дом. Дом у меня точно стоит в целях на два гаражных места. Пока не знаю, где это все будет. Ну вот, на спауне мы берем, как всегда, мопед. И едем пока что на авторынок. Будем смотреть там авто. Также пишите в комментариях, мне стало интересно, есть ли у вас GTA 5. Поскольку некоторые люди писали, что нету GTA 5. Но если у вас его нету, то вы можете, в принципе... Слушай, а ведь правда, у тебя же может и не быть GTA 5, а может быть и слабый ком, который вовсе ее не потянет. Тогда что тебе делать? Как начать играть вместе со мной? Я считаю, что все очень просто и максимально легко. Просто послушай. Давай честно. Ну хоть раз же ты хотел поиграть в GTA, чтобы все действия происходили в России. Да еще и онлайн с другими игроками из России, Белоруссии, СНГ и Украины. У тебя есть такая возможность? Амазин, криминальная Россия с голосовым чатом. Это целый мир из русских городов, деревень, отечественных автомобилей, потрясающей атмосферы и безграничных возможностей. Начни играть бесплатно, ссылка и мой личный промокод для получения подарков на начале игры в описании. Как по мне, это лучший выбор игры в 2020 и 2021 году. Узнать про Амазин подробнее и бесплатно скачать игру ты можешь по ссылке в описании. Если что, промокод Левонтий. Равняйсь. Смирно. Здравия желаю. Решать вам, то есть и источники искать тоже вам, поскольку у меня их нету. Все, ребята, я думаю, что эта серия вам понравится. Как вы понимаете, это не тот контент, где я буду голосом просто ездить и рассказывать. Тут у меня будут реально годные нарезки, которые я собираю по 2-3 дня, потом все это складываю и красиво подаю в обертке. Не из-под конфеты Аленки и шоколадки, а под настоящей конфеты Рошен. Рошен, как вы понимаете, в фольге, пищевая фольга такая золотая. Итак, дорогие друзья, я подъехал уже на рынок. Ну, значит, здесь у нас два Оцелота F620, какая-то еще машина. Какие-то старые стоят тачки, люди разговаривают. Но я вам так скажу, что тут машины, в принципе, не стоящие стоят. Они такие по 100, по 200 тысяч. Ну, руинеры нам тоже неинтересны. Короче, по-моему, вот это мой даже оцелот стоит. Хотя он вроде матовый, нет. Он не матовый. Да, матовый. Это мой стоит оцелот. Это я не знаю, что это за машина. Но я однозначно намерен брать Камри сегодня, поэтому... Ну, вот еще, в принципе, Мерседес может. Ну, не, Мерседес мне не нравится. Он плохо дрифтит. Короче, посмотрим. Все, мне партнер деньги перечислили. Теперь я могу приобретать себе этот автомобиль. Гражданин, выйдите, пожалуйста, и спрячьте оружие. У нее сколько вообще максималка? 230. А по управляемости что? А пробег сколько у нее? Слышишь, Джон? Понял. Она ФТ вся, да? Да, да, ФТ. Давай тогда предлагай. Ой, сейчас уедем отсюда, пока нам это... кабина не развалили. Наконец-то просветлело. Давай тут. Наконец-то Камри беру, долго мечтал о ней, долго. Так, 650, есть тормоза. А тормоза что, их всего три этих? Всего первый, второй уровень, третий? Да, третий максимальный. Ну, хорошо. Если хочешь, можем прямо сейчас в Аласка заехать. Хорошо, спасибо тебе большое, давай я тебя довезу. Поехали этот, до Казика, да. Давай, окей. Какая она красивая, господи. Я ее сейчас в черный перекрашу еще. Ну, бывают форс-мажоры. Ну зато там чел раздолбался.
Заедем починить наш автомобиль и заодно посмотрим, что у нас здесь есть в магазине одежды. Как вы знаете, вы можете заходить, приобретать различные вещи. Думаю, для вас это не секрет. Выполняйте обязательно квесты и все такое прочее. А мы едем перекрашивать наш автомобиль. Итак, мы подъехали к Лос-Сантос Кастомсу, значит, сейчас мы перекрасим нашу Toyota Camry в этот цвет, в черный, потому что только черный, мне кажется, ей подойдет. Так, а дополнительный, что это, наверное, салон? Ну ладно, салон так салон, а и больше ничего другого не подойдет. Давайте оплатим картой, а, наличкой. Так, движок у нас стоит, четвертый, тормоза стоит, турбо. А турбо-то не стоит у нее, между прочим. Нет, турбо не буду ставить пока что. Все, все стоит, все отлично. Давайте посетим мэрию нашу, значит. Сейчас найдем сначала место, где здесь можно припарковаться. Ну вот сюда, наверное, припаркуемся на камере. Так, а машину я закрыл, наверное, закрыл, да. Я же закрывал ее. Вот сейчас точно закрыл. Кроссовки, вот. И идем посмотрим, что можно сделать, устроиться. А, не. Просто запутался уже в одежде все. Украл кроссовки у челиков. Залетаем, значит. Залетаем. Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. У вас набор скоро будет, точнее, собеседование в мэрию. Если вы что-то говорите, то вас не слышно. Меня не слышно. Слышно, слышно вас. Я вот тоже что-то думаю. Какая-то аномалия, видимо, у человека. Хорошо. Собеседование у вас когда будет? Дорогие друзья, друзья. Это у меня с ушами проблемы или граждане? Не-не-не, это у него проблемы. Чего спросил? Андрей, я просто в шоке. Тут даже человек из-за тебя появился, просто так, внезапно возник. Вот ты как разлёгся, как ты можешь вот просто вот так лежать, блин? Ты понимаешь, ты на админке 180 дней отыгрывал, не можешь просто в GTA 5 RP... Слева от меня ноутбук, там GTA-шка запущена. Да, давай, отыграй, конечно, что слева от тебя ноутбук, там, по-моему, Discord запущен, ага. Я не привык это все в чат говорить. Ну, конечно, да. Вот тебя как банда будет расстреливать, ты так же будешь, я еще не привык, а там уже никто тебя спрашивать не будет. Все, вставайте, одевайтесь, передавайте мне 1500. Передавай мне 1500. Передавай ты, я тебе 5 дам. Я? Да. Так, давай, так. У тебя полторушка есть? Да, оденься. Достань ПРП кошелек и только потом передай деньги. Так, давай. Как ему передавать деньги? Достал кошелек. Голосовой. Достал кошелек. После чего передал 1500 человек. Передал 1500 человек напротив. Все, я знаю. Гэжми. Г, и там будет дать деньги. Извините, сэр, он перепутал просто, у него аномалия. Я вам давайте эти 1500 отдам за него. Да, хорошо, без проблем. Стой, давай ты ему дашь 1000, а я ему дам 500. Лёв, подожди. Ты он вам 500 дал? Даст. Я ему дал 500? Всё, да? Хорошо, так, сейчас я выпишу вам медицинскую карту, пожалуйста. Господи, Андрей, стыдоба. Мне звонят, даже не звонят. Фотография для отчёта. Просто камикадзе. Испугался от девушки, которая чуть-чуть повыше тебя. Ну да, 1.80, ну и что? Смотри, как он... Фрик. Ладно, так. Стойте, не двигайтесь. Не двигайся, сейчас тебе быстро там как вколят. Да, прощупывают из-за криминального отростка лопатки. Какие здесь все умные, да? Ой, откатило, ну все понятно. Так, мы с Андрюшей едем в ЛСПД устраиваться, работать этими курсантами различными там, да? Да. Так, понятно. Места заняты, встаем, значит, вот так, все, выходим. Ой, нет, люди падают. Заходим. Здравствуйте, где проходит собеседование? Здравствуйте, ждать ответа. Администрация? Здесь ждать? Да, видимо, сесть, посидеть. Будем ждать. На последний этаж, на крышу, погнали. Зачем нас на крышу? А, скидывать буду, да? Да. Я так и понял. Прикинь, там упался туда. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Вы становитесь, да? Нет, другой сзади, который сзади. Ой-ой-ой-ой. Есть чай, если нету. Лёва, начинай махать, быстрей. Посмотри, тут чувак в Адидасе стоит. Да я вижу. Жёсткий. Тот строй, вам не одобрено, граждане. А, в тот строй. Тот строй. Лёв, нам в другой строй. Ты можешь не мешать? Я не знаю, как проверить. Нам в этот строй. Стой в конец. Так и понял. Ну я сейчас могу вниз, вон Камри. Давай на Камри прыгнем.
Проверил лобовое стекло. Так, кто следующий? Не знаю. Я говорит. Стоит в середине строя, говорит я. Сейчас что-то будет, смотри. Вот это он попал. С повернутыми колесами ноги. Мне 5000 сегодня передашь или нет? Ты пчела, я пчела, вот. Деньги мне дали. Можешь не кричать, пожалуйста? Это здесь серьезное собеседование должно быть. Это вот так вот. Так я этот, я отслужил уже. Ну да, у нас все так пели, даже генерал. Слушай, Натуре, слышь, отслужил. А нам нужно это, военный билет тут? Нет. КМБ это что это такое? Отлично. А, Кембридж? В Кембридж? Курс молодого бойца. А, это надо ящики таскать? Нет, это в армейку. А, понял. Танцуй как пчела. Диагноз, нездоров. А я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять. Ой, как намаялся я с тобой, так, Майя. За мной, певец. А куда? Так, вы еще не давайте за мной кто-то. Кто первый побежит за мной, кто-то пройдет. Лёва, ты куда? Лёва, ты куда? В другой строй. Куда вы сказали? Я за вами пошел. Сюда. Идите. Тут тоже собеседование? Ловким движением левой руки достал документы, после чего передал их человеку напротив. Взял документы у человека напротив. Имеется ли у вас судимость? Судимость была. Угу. Давайте. Но у нее же есть срок длительности, поэтому она проходит, верно? Сейчас он по базе данных чекает. Смотрим. На если ты у Лексуса зажигаешь, конечно. Тихо. Ловким движением левой руки взял у человека фотографию напротив. Давайте посмотрим. К примеру, что? Он тебе передает фотографию, но ты же не знаешь, что на ней нарисовано. И ты должен отыграть, что нарисовано на фотографии. Он тебе в ду ответит. Понял? Он мне ответит в ду? Да, в ду. Нарисовано. Горе, горы там, фотографии, все такое. И ты отвечаешь это вопрос. Хорошо, пойдемте за мной. Все, я иду за ним. В Дискорде. О, в Дискорде, в лекционном надо подключиться. Разрешите обратиться. Тоннел, который сейчас на меня никого не напишет. Понял, 10. Покупаю. Так, ну, кто сказал, мы с тобой договоримся потом. Давай. А кто купит штаны, тому поблажки на экзамене. Уволен. Ладно, отмена. Вот, тут по плюс поблажки. Одобрен этот ключик, да. А можно бы комплект? Дети хали по штанам, да? Да, я все знаю. Короче, ребят, как ни странно, но нам пришлось уволиться из-за того, что мы очень слабы и не готовы работать в силовых структурах, поскольку Андрей, как всегда, во всем виноват. Так, инструктора, я выхожу, объясните им, пожалуйста, как настроить TeamSpeak, что будет у них на экзамене и что учить. Поняли? Да, я. Все, самое главное, это TeamSpeak им объяснить. Куда все выходят? Все, объясняйте им. Ребят, самое главное, прослушайте лекцию внимательно, потому что на основе этого вы будете проходить. Антонио, ты отписал все в лекционную? Там, да, все в кадровые, в аудите все есть, вас тоже украли. А в целом на этом ваши полномочия как бы все. Рабочий день до 23:00, то есть после этого времени можете покинуть здание ЛСПД и куда-нибудь там поехать по вашим делам. А сейчас полностью у вас запрещены любые связи с Крэмом, то есть ничего вы не можете общаться. Ну, общаться можете, но не стреляться там ни с кем, ни все это, как бы понятно. Да. А вот у меня вот такой вопрос. У меня там в багажнике много интересных вещей лежат. Куда мне их деть? Я думаю, лучше багажник просто никому не показывать и не попадаться, например, кому-нибудь из офицеров. Ой, вариант. Лучше. Я в Сэнди Шор съеду. На самом деле, блин, не знаю. Я хотел... Я понимаю, как вообще люди покупают машины, блин, по... Вот, не знаю, Lexus стоит 4 миллиона. 40 тысяч рублей. Человек в натуре за такие деньги задонатился на Lexus или что, откуда он вообще взял? Либо я понятия не имею. Скорее всего, донатит. Вот. Куда донатить? Зачем столько? Я на Diamond сколько играл? 3 года и ни разу столько не донатил. Угу, хорошо. Ну давайте, что, если это... У вас ордер есть какой-то на обыск, то давайте. Чрезвычайное положение. Нужно... А что вы обыскивать будете? У меня все чисто. После чего наденет на человека напротив. Встаньте лицом, пожалуйста.
Ловким движением руки достал ключи, после чего нажал на кнопку открытия сигнализации. Сейчас он в салоне открывается. Да. Спасибо за сотрудничество. Давай, типа, другие люди приехали. День добрый. Хотя давай инту еще посмотрим. Ты торгуйся, найти хотя бы причину там 1005. Он есть лучше с другом, слышь, подожди, стой, Левонтий. Да, я слышу. Выезд из гаража, там садишься в тачку, жмешь двоечку и ждешь. Тебя вытаскивают на улицу. Да, я знаю. Ну все, тогда сейчас, я быстро доеду до банка. Подожди меня. Вроде живы. Не факт. Слава богу. Слушай, стой. А, не, нормально все. Думаю, машина тормозит какая-то. Пожалуйста, с Василием, но кошки у меня нету, вам предложить ее первый запустить. Да вон у меня пёсик есть, он войдёт. Ладно, ребят, удачи, поздравляю с покупкой. Спасибо. Соседи не шумные, он где туалет стоит, там вообще пока не жилой дом. Ну вот, дорогие друзья, я закончил вторая серия моего летсплея на gta5rp.com сервер Strawberry. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно, что вы бурно оценили мою первую серию. Я рад, что вам зашел такой контент. Я буду продолжать его пилить, не избавлять обороты. Спасибо вам большое, ребят. Всем спасибо большое за просмотр и всего доброго. Пока-пока, ребят.